Мусульманская община в Гаге недовольна большим количеством собак в городе. По их мнению, жить бок о бок с животными не только не гигиенично, но и оскорбительно. Депутат от партии исламистских демократов призвал объявить владельцев собак преступниками. Подобное имело место в Испании, где мусульмане требовали запретить для собак проезд на общественном транспорте, и в Лондоне, где таксисты и водители автобусов арабского происхождения зачастую отказывают пассажирам с собаками в поездке, так как по их верованиям собака считается нечистым животным. В связи с происходящим председатель партии защиты животных Гаги Марайка де Грот заявила: «Собаки – часть нашего общества уже сотни лет, и люди, которые приезжают в Нидерланды, должны следовать существующим порядкам и уважать наши обычаи».